Привет! Привет, кто зашел сегодня ко мне на канал. В гостях у Павловны. Вот вы здесь видите такой набор продуктов. Чуть попозже я расскажу, что здесь находится. Сподвигло такое видео снять меня. Вот такая ситуация. Ну, не ситуация вообще. Угостили меня вот такой конфеткой. Это натуральная конфета. Полезная. Состав очень такой, все просто, все доступно. Интересное в том, что я вчера пошла в ленту, и цена, вот обратила внимание, что эти конфеты продаются. И цена, посмотрите, какая, 778 рублей 99 копеек цена за килограмм. Но по скидочной карте вот этой ленты цена 739. Я две конфетки взяла ради интереса, потому что состав я знала, что там ничего сложного такого нет. Натуральные конфеты. Две конфетки специально взяла вот на 25 рублей. Просто интересно, цена-то такая. И говорю вам, что это все есть. Хочу вот показать, что это из себя конфета представляет. И решила я сделать сама такие же конфеты. Вот такая конфета. Что у меня здесь есть? Семечки, очищенные семечки подсолнуха. Есть семя льна. Вот здесь у меня смесь кунжута и льна. Я покупала в светофоре где-то по осени. Цена вообще что-то дешевая была. Вот такая она смесь идет. Я в баночку пересыпала. Ну, решила еще дополнительно взять, чтобы... Еще лен, чернослив. И здесь в конфетах, которые покупные, в них для того, чтобы смесь лучше была эластичная такая, для связки, там использовался сироп топинамбура. Но там сироп я нигде не нашла. А вот такой у меня сироп взяла шиповника. Я думаю, хуже от этого не будет. Так, чернослив. Говорила, нет. Но нужно еще очищенное семя тыквы. Нигде не нашла, очистить не захотела. Поэтому обойдусь так. Значит, я в каких пропорциях буду? Вот раз такой стаканчик у меня семечек. Я такими и буду измерять. Вот это будут у меня такие пропорции. В этом стаканчике 70 грамм. Так, кунжут и семя льна. Вот стаканчик такой отмериваю я. Еще семя льна я взяла. Я хочу, потому что, знаете, для большего эффекта, чтобы больше пользы, максимум пользы, лен я хочу. Вот стаканчик льна как раз у меня осталось. Вот такой стаканчик льна почти, ну, недостаточно, ну, не страшно. Хочу через блендер измельчить, потому что, когда семена льна измельчаются, это максимально полезно для организма. Так, сейчас грамм 100 тоже возьму чернослива. Чернослив такой у меня хороший, отборный. И это вот без косточек у меня, я его... вымою теплой водичкой, обсушу и через блендер. Ну все, занимаюсь такими делами. Измельчаю лен в блендере, нарушая оболочку, и чернослив. Так, ну что, я подготовила остальные ингредиенты. Вот чернослив у меня. Вот так измельчила лен. Высыпаю сюда. И вот такой стаканчик отмерю сироп шиповника. Но не знаю, сколько, посмотрю как. Ну, отмерю стаканчик. Ну, даже вот полстаканчика сделаю. Сейчас сироп, посмотрите, он раньше густой был сироп. А сейчас не очень такой. Сейчас вот эту смесь перемешаю.
Она соединится. Здесь чернослив, семечки, лен. Все соединю сейчас, чтобы оно хорошо максимально перемешалось. И буду добавлять сироп шиповника для связки. Натуральная конфета. Что может быть лучше? Приготовлена в домашних условиях. А наступит лето, вырастим топинамбур и тыкву. И в идеале повторим такую эко-конфету замечательную. Я люблю такие вкусные эксперименты проводить, которые минимум времени и минимум усилий. Так, мне кажется, уже этого достаточно. Сейчас все хорошо, еще чтобы чернослив перемешался. Буду размешивать, чтобы все соединилось хорошо. Ну что, друзья мои, показываю вам, что у меня получилось. А получилась вот такая вкуснота. Чернослива я добавила в два раза больше, чем, как говорится, планировала. Грамм 150-160, это точно. Вот такая смесь у меня получилась. Немножко в холодильничке постояла, когда я все перемешала, сиропчик добавила. Вот такая прекрасная смесь. Из нее лепятся конфетки. Вот такие замечательные конфетки. А вот это я сюда, вот в эту вазочку, положила. Вы знаете, я для себя открыла, что йогурт я делаю постоянно. И вот вместо свежих ягод или варенья добавить ложечку, две, в домашний йогурт. Это будет отличное дополнение к завтраку. Прекрасно. Ну а сейчас давайте будем пить чай. Чай с лимоном и замечательные эко-конфетки. Полезные, вкусные. Всем говорю пока. Заходите ко мне на канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Я всем гостям рада.